Республика Федерация спецназу! Я хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за борьбу с ИГИЛ с любовью и уважением из Новой Зеландии. Слава России! Смерть американскому змею! Косово – это Сербия! Мне нравится, когда преклоняют колено и по-православному крестятся. Русские православные – наши братья, и мы хотим, чтобы они были с нами. Они являются защитниками христианства от ИГИЛ, которое ЦРУ Моссад создало с помощью Саудовской Аравии, Катара, Турции. Да здравствует православная Россия и Путин, с наилучшими пожеланиями из Греции. Уважение из Финляндии, Сингапура, Турции, США, Голландии, Англии, Индии, Малайзии, Греции, Индонезии. Уважение и любовь из Китая, мои братья. Уважение из Норвегии, жаль, что мы в НАТО. Уважение и приветствие из США, наши вооруженные силы должны работать вместе. Это слякоть, грязь, вода, пыль и дерьмо, а старый добрый АК все еще стреляет. Уважение со стороны США, ветеран морской пехоты. Потрясающие русские, я люблю вас, ребята. Уважение и любовь из Индии. Спецназ США воюет за деньги. Это в основном наемники, которых волнует только зарплата. Им все равно, с кем они сражаются. Они не сражаются за свою родину. Да и как они могут это делать в стране, которая находится за тысячи миль? Русский спецназ сражается за родину, дом, семью на российских границах. Я бы сказал, что эти ценности делают их чертовски более эффективны в сражении. Я американец и очень горжусь этим. Я очень уважаю вас, русских. Вы выглядите так же, как американцы, но говорите по-русски. Я хочу, чтобы наши страны были лучшими союзниками. Американский девиз: «Сделай или умри». Русский девиз: «Умри, но сделай».